Детская поликлиника номер один Петропавловска переживает новый кризис – отсутствие пациентов. Родители записывают своих детей к узким специалистам и не приходят на прием. Руководству учреждения в этом году удалось решить одну из самых острых и наболевших проблем поликлиники – нехватку врачей. Теперь в штате достаточно неврологов, травматологов, ортопедов, офтальмологов и других узких специалистов. Вот только обслуживать им порой просто некого. У нас родители могут просто не прийти, записавшись, не прийти на прием, и это тоже норма. В течение недели таких 160 детей, до 160 детей бывает, но они же место заняли. Мы в это время отказываем другому, он не может попасть. Если в течение в среднем недели узкой службой осматривается около 1700-1800 пациентов, то из них до 5-7% это неявок. То есть бывает в среднем и 70, и 60, и 80 человек. И львиная доля – это дети первого года жизни. То есть тех детей, которых мы должны посмотреть, и мы готовы и выделяем им среду, и у нас две смены работают на этих детей, они фактически к нам не приходят. 50%. Поэтому просим обратить на это внимание родителей, потому что это очень важно. И специалисты, которые привлекаются, не должны в течение 6 часов сидеть и ждать своего пациента. Мы готовы их принимать. Ну, вот их нет. Администрация поликлиники призывает всех родителей уважительнее и ответственнее относиться к посещениям врачей и не прогуливать приемы. Напомним также, что с 1 ноября в детской поликлинике номер 1 начала действовать система предварительной записи. Любой родитель может заранее спланировать свой поход к врачу. Записаться можно в регистратуре, двух информаторах или на портале госуслуги. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.